Здравствуйте, вы смотрите «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить подготовку к новому учебному году. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Сергей Иванович Порошин, начальник главного управления образования Гомельского облсполкома. Родился в 1960 году в городском поселке Костюковка. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1977 году фрезеровщиком на заводе радиотехнологического оснащения в городе Гомеле. Служил в рядах вооруженных сил. В сфере образования работал на различных должностях. Воспитателем школы-интерната в Костюковке. Организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы в Гомельской средней школе номер 8, директором 22-й школы, заведующим отделом образования Советского района города Гомеля. В 1996 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района. С 2004 по 2010 годы работал на должности заместителя председателя Гомельского горосполкома. В 2010 году возглавил областное управление образования. Свои вопросы Сергею Порошину прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Viber номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Иванович. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Прежде чем мы перейдем к диалогу и ответам на вопросы телезрителей, давайте по сложившейся уже в этом году традиции сначала посмотрим короткий анонс событий этой недели. Заключительный и самый приятный этап акции «Собери портфель первокласснику» пройдет в регионе на этой неделе. Чтобы 1 сентября стал радостным днем для всех будущих школьников, многим из них окажут помощь в приобретении канцелярских принадлежностей и школьной формы. Праздничные благотворительные мероприятия с вручением подарков первоклассникам проведут общественные организации, коллективы служб и ведомств, а также предприятий региона. Взаимодействие электронных и печатных СМИ в условиях конвергенции в региональном медиапространстве. Семинар для руководителей государственных региональных средств массовой информации состоится 27 августа в Гомеле. Участники посетят редакцию газеты «Гомельская правда» и телерадиокомпанию «Гомель». Возможность ближе познакомиться с богатой и самобытной культурой Кореи и прикоснуться к ее традициям появится у гомельчан и гостей нашего города на этой неделе. В кинотеатре «Мир» 29 августа состоится торжественное открытие фестиваля «Дни корейского кино». Планируется, что участие в церемонии примет чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Беларусь Тхэ Джун. В этом году первый день сентября объединил сразу три праздника. День знаний пришелся на воскресенье, поэтому было решено начать учебный год позже. Таким образом, у белорусских школьников будет один дополнительный день каникулам. А первый звонок прозвучит в белорусских школах 2 сентября. Каждый год в первое воскресенье сентября отмечается День белорусской письменности. Один из самых ярких культурных праздников. В этом году, 1 сентября, основные праздничные мероприятия пройдут в городе Слониме. День работников нефтяной и газовой промышленности также отмечается в Беларуси в первое воскресенье сентября. По данным статистики, более 70% выпускаемых в Беларуси нефтепродуктов экспортируется в 90 стран. Отрасль обеспечивает более трети всего промышленного производства республики, а также экспорта. Более 25% поступлений в бюджет – отчисления предприятий нефтепереработки. В это очень сложно поверить, но 1 сентября уже на этой неделе и ближайшее воскресенье. Сергей Иванович, вы лично и область в целом готовы начать новый учебный год? И я, и область в целом готовы начать учебный год. Вот на момент проведения передачи у нас подписаны паспорта готовности во всех учреждениях образования Гомельской области. И если сегодня проводятся какие-то легкие работы, то это связано с размещением школьной мебели, либо косметический какой-то легкий ремонт, который абсолютно не касается на образовательном процессе и носит такой чисто санитарный характер. Я убежден, что 2 сентября родители, бабушки, дедушки, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях, убедятся в том, что школы сегодня с удовольствием примут своих учеников и пройдет этот день торжественно, красиво, хорошо. И все будут рады друг другу, потому что не виделись целое лето. Это правда. Сегодня как раз состоялся первый, очень большой по традиции, педсовет.
На что вы постарались нацелить коллектив педагогов области? Знаете, Оля, я не могу сказать, что сегодня было вот единственное такое мероприятие, очень важное, в котором приняли участие более 1000 педагогов, представителей района, учреждений образования Гомельской области. А накануне, на прошлой неделе в пятницу, мы провели секционные такие совещания, 12 секций, более 500 человек, где был более такой доскональный анализ проведен своей работы, даны результаты своей работы по каждому региону, даже в частности по учреждениям образования. Состоялся очень деловой, интересный разговор. А вот сегодня это фактически такой промежуточный разговор, потому что впереди, на следующей, на этой неделе практически до конца, будет у нас проводиться региональное, районное совещание, конференции, советы, как кто подойдет к своим насущным проблемам. Поэтому в работе практически приняли участие около 10% педагогов, представителей учреждений образования районов области. Сегодня это заслуженные слова благодарности тем учителям, которые великолепно сработали в прошлом году. У нас 44 стобальника. И сегодня мы пригласили всех учителей, которые подготовили наших ребят, получивших 100 баллов на централизованном тестировании. Вручили заслуженные награды, отличники образования, грамоты министерства, премии председателя Гомельского областного исполнительного комитета, награды областного совета депутатов, управления образования. То есть те, кто заслужил слова искренней благодарности, были отмечены сегодня. И, естественно, праздничным хорошим концертом для того, чтобы начать новый учебный год в хорошем настроении, с новыми задачами, целями. Ну и, конечно же, страничка была сегодня посвящена и тем проблемам, которые есть сегодня в отрасли. Это звучало в моем выступлении. Я думаю, что очень правильно оценивают участники и такие критические замечания, несмотря на торжественность, и цели и задачи, которые ставятся сегодня перед нами в новом 2019-2020 учебном году. Одним словом, мы работаем, и работа эта будет продолжена до конца этой недели. Ну, где-то 30 числа, я думаю, что состоится педагогическое совет в учреждениях образования. То есть системная работа, она имеет такой продолжительный характер. И 2 числа мы начнем организованно, красиво, торжественно новый учебный год. Ну, конечно, какие-то проблемные места, слабые – это всегда точки роста, и это всегда резервы показатели наши. Резерва для роста, для движения вперед. Что вы к таким вопросам сегодня относите? В первую очередь, качество образования. Это было, есть и будет. Поэтому мы обращали внимание сегодня не только на такие важные показатели качества образования, как централизованное тестирование, итоги. Ведь в централизованном тестировании принимают участие не 100% выпускников школы средней, не олимпиады, потому что в олимпиадном движении и результаты самое-самое лучшее. Мы сегодня обратили внимание на рядового, простого, среднего ученика, который должен показывать прекрасные показатели именно в разрезе контрольных работ, министерских работ, инспекторских проверок. Мы должны видеть именно уровень знания, владения этими знаниями обычного ученика средней школы, базовой школы. Ну и, конечно же, международный уровень, который оценивает развитие отрасли образования в целом Республики Беларусь по знаниям международного такого мониторинга, который проводится один раз в 3 года. В 2021 году мы будем участником очередного этого международного проекта. Мы ранее участвовали в этом проекте. Пока результатов мы еще не знаем, но тем не менее вопросы, которые задавались именно при проверке знаний нашими учащимися, они носят чисто прикладной характер. Ну, приведу такой пример. Сколько необходимо купить трубок обоек для того, чтобы поклеить такую-то комнату такого-то квадратного метра? Вот это международный уровень оценки, как владеют наши ребята математическим складом ума, геометрическим и так далее. Поэтому вот это тоже важно для нас. Это одно из направлений. Сегодня мы говорили о качестве преподавания уроков физкультуры, о состоянии спортивных сооружений, стадионов школьных, о доведении их до европейского уровня. Скажу откровенно, это одна из важных задач сегодня. Это связано с безопасностью, это связано с правильным поведением на уроках физкультуры, требованиями и, конечно же, здоровым образом жизни. Ну и многие другие вопросы, которые касаются отрасли. Одномоментно очертить все вопросы и проблемы очень сложно, и каждый педагогический совет должен выбрать
делать приоритеты тех слабых мест, которые они знают, имеют место быть, и сделать так, чтобы стать на ступеньку на 2-3 выше, чем в прошлом учебном году. Ну а сегодня мы готовы выслушать наших телезрителей. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, если вы хотите поделиться вашим мнением, звоните, мы в прямом эфире, 340-043, номер нашего телефона. Сергей Иванович, а как изменится школьная жизнь в этом учебном году? Слышали о постановлении Совмина? Соответствующим есть какие-то новые предписания, в частности, запрещающие вторые смены? Нет. Что в действительности произойдет? Ничего особенного не произойдет. Жизнь школьная, она продолжается. Каждый год вносятся какие-то коррективы, учебные планы. Мы и будем учиться по новым планам, по некоторым предметам. У нас будет около 50 новых учебников. Учебники более содержательные, интересные, с современными требованиями и электронными подходами. Потому что сегодня внедряется такое понятие, как электронный школьник или электронные дети современные, потому что как можно чаще они используют именно средства обучения электронные, смартфоны, компьютеры и так далее. Что же касается вторых смен, требования это было и раньше, и на сегодняшний день новых каких подходов нет. И часто задают вопросы и в преддверии учебного года родители, особенно начальной школы, там, третьих классов, имеет ли право сегодня администрация принять решение о переводе третьих классов, допустим, во вторую смену. Я скажу, что в связи с перегрузкой школ, там, где становится учеников больше, имеют право, происходит согласование с санитарными службами районными, и никаких норм, нарушения санитарных норм не будет. Также требования к составлению расписания. Есть специальные требования, я думаю, что все заучи и администрация знает, и принимаются эти расписания санитарными службами, учитывается все необходимое для того, чтобы ребенку было комфортно в течение всего учебного дня. Запрещена действительно вторая смена для 10-х, 11-х классов, 9-х профильных классов. Но бывают исключения, особенно по профильным классам, допустим, 7-8, только по согласованию с санитарными службами. Но на сегодняшний день пока мне неизвестно, нет такой у меня информации по области, чтобы 8-й класс, допустим, были на второй смене. Если они где-то будут возникать, то это решение администрации, согласованное с санитарными службами. То есть, по сути, правила эти работали на протяжении длительного времени, только сейчас они закреплены документально. Совершенно верно. А количество школ в этом году изменится, их станет меньше? Да, в связи с оптимизацией и количество учащихся, которое становится меньше, особенно в сельской местности, в этом году мы закрыли 3 школы, 6 реорганизовано. Но это никак не отразится на получении общего, среднего или базового образования. Подвоз организован. У нас более 250 автобусов школьных, которые сегодня работают на рейсах. Значит, забирают школьников, обеспечивают безопасность, подвоз. Поэтому у нас все сделано для того, чтобы все получили базовое и среднее образование. Но оптимизация, она была, есть и будет. И если бы количество учащихся увеличилось, и там, где маленькие были школы, и там, где маленькие населенные пункты за счет увеличения рождаемости были бы больше, то, конечно, бы не принимались никакие решения, а только мы поддерживали эти бы школы и ждали будущих первоклассников, учеников для того, чтобы эта школа жила и развивалась дальше. Ну, кто знает, может быть, еще и откроют двери эти учреждения образования. Но, тем не менее, в этом году в Гомельской области приблизительно на 200 первоклассников идет больше, чем в прошлом году. И мы этому рады, потому что демографическая ситуация должна меняться в лучшую сторону. Конечно. Сергей Иванович, а как принимается решение, если какое количество остается детей в школе, тогда целесообразнее их перевести в близлежащую? Здесь разные аспекты, разные подходы могут быть. Это может быть техническое состояние здания, и где учащихся остается 20, меньше, чуть больше 20, где нет параллелей. Допустим, есть третий класс, но нету первого, второго класса, а в третьем есть 2 или 3 ученика. Или отсутствует там 7-8 класс, и ребята уже ездят на школу, в школьном автобусе, в другие школы организован подвоз, и родители принимают решение сразу определять детей в другие школы. Принимается решение, оно взвешенное. Как правило, в мае месяце текущего года на следующий учебный год это решение местных органов власти, районных исполнительных комитетов. Родители с пониманием отнеслись? Я думаю, что да. В этом году у нас не возникало никаких вопросов. Даже хочу вам сказать, я вот приехал в Раменский район, в одну из школ несколько лет тому назад,
возникла ситуация по закрытию школы. И вот родители попросили о встрече. Я там был на этой встрече, провел собрание. Мы оставили школу. Но в этом году обратная реакция. Когда я приехал, администрация школы говорит, и родители уже, и педагоги, мы нашли место работы, и мы оказываем трудоустройство, значит, педагогам. Мы уже созрели, Сергеевич, давайте будем закрывать школу. Я говорю, ну как же, мы с вами отстаивали вот несколько лет там назад, а сейчас я приехал защитить вас в очередной раз. Они говорят, нет, давайте вот принимать решение. Взвешенно подошли, посмотрели, проанализировали, ну и приняли решение. Это решение, которое обоюдное согласие и родителей, и учеников, и учителей, и администрации района, районного исполнительного комитета. А в школах всегда так, должны быть все стороны. Конечно, да. И заинтересованы, и удовлетворены, да, решением какого-то есть вопроса. И другие моменты, когда-то есть волнение, но мы стараемся встретиться с людьми, и это всегда бывает, и объяснить, и рассказать. И, как правило, когда есть разговор, когда есть диалог, когда ты выслушиваешь, смотришь ситуацию и приносим, ну, вернее, приходим к какому-то консенсусу и принимаем соответствующее решение, даже в момент встречи. А в связи с изменениями, которые произошли в правилах приема в гимназии, были ли какие-то спорные, может быть, сложные моменты в комплектовании классов в этом году? Вы знаете, нет, таких вот моментов не было. Да, родители беспокоились, родители волновались. Скажу мало того, от жизни, что родители даже находили своих родственников, которые ближе живут по микрорайонным гимназиям, для того, чтобы иметь прописку и попасть в ту или иную гимназию, для того, чтобы выполнить те требования, которые определяли Министерством образования, решения местных органов власти. Все прошло спокойно, все прошло нормально. Ну, кто-то остался доволен, а кто-то не очень доволен, потому что не все желающие попали в первые классы гимназии. Да. Но это нормально в том плане, что надо и рассчитывать на обычные школы. Ведь программа обучения, она одинакова сегодня и для гимназии, и для школ. Нет сегодня каких-то испытаний для учащихся первых классов или будущих первоклассников для гимназии. Никакого отбора, никакого тестирования, ничего, абсолютно никакой подготовки. Единственное, для всех это курсы, подготовки будущих первоклассников в школе. Они ведутся, как правило, начинаются зимой и до лета. И вот в эти группы, независимо от микрорайонов, значит, формирование происходит только по желанию. Но бывает, когда родители приходят и говорят, вот не попал мой ребенок учительнице, которой он полюбил, которой он привязался, который хотел бы учиться дальше. Но мы не проживаем, мы вот живем в Новобелице, а эта школа находится, или гимназия, в 51-м микрорайоне Советского района, либо это в Центральном районе. Вот. Бывали такие случаи, но мы находили как-то общий консенсус. Ну, это обидно. Да, но да. Я хочу вам сказать, что несмотря на то, что были сильные волнения, но мы не испытали каких-то дискомфортов. Да, и были очереди. Да, было все. И в средствах массовой информации, и на Тутбае были статьи различные там и так далее. Но о чем это говорит? Эта информация, она достаточно интересная. Те родители, которые волнуются за своих детей, за будущее, за качество, все это процесс, он такой объяснимый. Но, тем не менее, все прошло спокойно, нормально. И на сегодняшний день нет обращений. По поводу первоклассников еще куда ни шло. Школу можно, да, и поменять. В процессе еще начальная школа, наверное, не так важна в жизни. А ребята, которые уже учились в гимназии, нет, они остались? Вот в том-то дело, что начальная школа важна. Это основа основ. Это то, что заложит сегодня учитель начальных классов. Ну, это читать, очень важно. Писать, все равно просто научатся, неважно, в какой школе, в гимназии нет, или нет. Это просто рассуждение обыденного человека, не профессионала. А мы знаем, сегодня в основном идут и на учителя, на конкретно учителя начальных классов. Это и радует. И есть учителя, которые имеют сегодня в своем запасе, кроме кандидатов в первые классы, еще много желающих наберутся на два класса. Вот. Но это говорит о высоком уровне профессионализма учителя. Это хорошо. А вот то, что касается продолжения, пожалуйста, передвижения, они были, есть и будут эти передвижения, за исключением гимназии. Если я хочу пойти в 10 класс гимназии, я должен сдать экзамены для того, чтобы поступить туда. Если я хочу пойти в профильный класс гимназии, я должен тоже провести испытания. То есть это требование сегодняшнего дня, это очень важно. А передвижения, они решаются очень просто. Если есть вакансия, если есть свободные места, пожалуйста, никаких вопросов.
И можно переходить. И даже в начальной школе или среднее звено, если с обычной школы перевести в гимназию, никаких испытаний здесь нет. О том, как учреждения образования готовились к новому учебному году, у нас есть сюжет. Давайте все вместе посмотрим. «27-я гомельская школа известна далеко за пределами Гомеля и даже Беларуси своей миротворческой деятельностью. Школа мира – именно такой статус носит это учреждение образования. А еще оно – одно из старейших в регионе, построено в 1936 году. Кто бы мог сказать, проходя по этим кабинетам и коридорам, как много видела и пережила школа на своем веку. Уютно, современно, красиво. Все, чтобы здесь было в радость учиться и развиваться. И, что очень важно, чувствовать себя в безопасности. К новому учебному году здесь установили две турникетные системы. Одну для начальной школы, вторую для старших ребят. Средства – спонсорская помощь. Кстати, начальное крыло отремонтировали практически от пола до потолка. Сразу обращаем внимание на плитку на стенах коридоров. Активность детей младших классов на переменах приводит к тому, что нижняя часть стен быстро становится грязной. С окрашенной попробуй ототри следы, а вот с плитки легко. Кроме того, такое оформление выглядит нарядно и эстетично. А еще здесь для трех групп продленного дня первых классов подготовили сюрприз. Теперь каждая из трех спален оформлена тематически. Мы немножко отошли от стереотипов. У нас каждое спальное помещение, оно как бы выполняет две функции. Первая функция – это, конечно, ребенок здесь должен спать, чувствовать себя комфортно, но все-таки мы помним о том, что мы находимся в школе. И поэтому школа всегда подразумевает определенную познавательную функцию. Поэтому спальни у нас тематические. Вот спальня, в которой мы находимся, она вся голубая, она посвящена у нас морю и рыбкам. Каждая фотография, которую вы видите, она подписана. Ребенок смотрит, он запоминает, расширяет таким образом свой кругозор. Следующая спальня у нас посвящена бабочкам. Еще одна спальня посвящена птичкам. Большой финансовый блок проведения горячей воды. Это требование санитарных служб. Теперь вместе с холодной она есть в каждом классе и кабинете. И еще один фронт работ – создание нового кабинета физики. Кабинет, в котором мы находимся, это кабинет физики. У нас он находился в другом совершенно крыле здания, в совершенно неприспособленном для этого помещении, где отсутствовала лаборантская. Опять-таки нам пришлось здесь все делать с нуля. Стены и пол, и обратите внимание, вся абсолютно новенькая мебель, новая лаборантская вот там за нашей спиной, и в лаборантской новое оборудование. Осталось нам только получить новый кабинет физики в плане технического оснащения, и тогда будет просто замечательно. Помещение. На подготовку школы к новому учебному году потратили 48 тысяч. Львиная доля – внебюджетная деятельность учреждения. Это не только платные образовательные услуги, но и сдача в аренду помещений по вечерам. Например, для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Следующая остановка – 51-я гимназия. В этом году здесь будут учиться около 1000 детей. Чтобы достойно встретить ребят, на ремонтные работы потратили более 50 тысяч рублей. Самая существенная статья расходов – ремонт двух спортивных залов, включая замену более 70 окон. На это ушло свыше 20 тысяч. Оконные блоки меняли и в учебных кабинетах. Более 40 новых окон появилось в 9 классах. В 6 кабинетах заменили напольное покрытие. Кроме того, закончили приводить в порядок пищеблок. Здесь положили плитку, заменили двери, обновили кухонное оборудование. Более современными стали санузлы. В них появились перегородки. На батареях в коридорах установили решетки. В основном в целях безопасности. А 5 классов получили полностью новый вид. Мы находимся в одном из кабинетов, которые практически сделаны с нуля. У нас такой в последние годы подход. Мы делаем ремонт, начинаем. Потолки, стены, полы, мебель, жалюзи, окна. Все то, что необходимо для нормальной реализации образовательного процесса. И вот таких мы в этом году сделали 5 учебных кабинетов. В следующем учебном году еще следующие 5. С таких грандиозных планов, конечно же, модернизация нашего актового зала, замена оконных блоков, много планов, связанных со сценой. Также в планах гимназии установление турникетов в целях безопасности, все-таки 21 век, нужно приближаться немножко и даже в этом вопросе к каким-то определенным стандартам.
Завершаем путешествие в Гомельском районе, в Урицкой средней школе. Здесь учатся дети из 5 населенных пунктов. За воротами, перед крыльцом, настоящий ботанический сад. Вся дворовая территория в ярких клумбах, по периметру высокие туи. Идем внутрь. Здесь тоже много чего успели сделать к 1 сентября. Сумма, которую потратили на подготовку и ремонт самого необходимого, немногим более 20 тысяч рублей. Так для ребят готов полностью отремонтированный спортивный зал. Он, кстати, востребован с утра до вечера, поэтому быстро теряет вид и часто требует ремонта. Кроме того, отремонтировали 2 санузла для девочек и для мальчиков. Тона тоже подбирали соответствующие, чтобы даже такие помещения не были безликими. А еще 85 светильников заменили на энергосберегающие. Также продолжается замена дверных блоков. Конечно, сделать все одномоментно не получается. Но когда есть план и цель, то идти к задуманному гораздо легче. Да ведь и не в одиночку. Руководству школы в решении материальных вопросов всегда стараются помочь и отдел образования, и спонсоры, и родители. На вопрос, оправданы ли все эти бесконечные ремонты и обновления, директор школы Марина Белько отвечает, не задумываясь. Оправдано все, потому как безопасность прежде всего. Дети должны не просто получать знания, они должны быть здоровыми и как пришли в школу, так и ушли с полным багажом знаний и с крепким здоровьем. Поэтому, конечно же, что санитарные правила, которые действительно нам кажутся порой, может быть, они достаточно сложными, но все выполнимо. И все, наверное, идет от жизни. Поэтому, конечно же, мы постарались сделать все, чтобы привести наше учреждение образования в соответствии с данными нормами. Наверное, именно так и надо – относиться к школе, как ко второму дому для своих детей. Ведь хочется создавать уют и поддерживать порядок в собственных домах. Так почему бы по-хозяйски не относиться к месту, где сыновья и дочки проводят так много времени? Ответ очевиден – вместе возможно все. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня начальник Главного управления образования Гомельского облсполкома Сергей Иванович Порошин. Сергей Иванович, вопросом безопасности, сохранения здоровья детей с каждым годом внимание все более пристальное. Есть ли в этом какие-то еще слабые места, либо действительно уже учреждения образования, и школы, и садики все на должном уровне смогут эти правила выполнять? Я не могу сказать о каких-то слабых местах, именно о вопросах безопасности, потому что мы гарантируем безопасность в любых учреждениях образования. Принимаются меры и в детских дошкольных учреждениях, и в общеобразовательных школах, базовых школах, учреждениях дополнительного образования. Но то, что касается поэтапной работы, значит, мы выполнили и требования Министерства внутренних дел, Управления внутренних дел и поручения губернатора по поводу мер безопасности, связанные с тревожными кнопками. Практически мы установили тревожные кнопки в каждом из учреждений образования, будем говорить так, в зоне доступности вневедомственной охраны. Заключили договора, обслуживаем. И бывали случаи, когда мы пользовались и будем пользоваться тревожными кнопками. А с чем они были связаны? Это связано было с безопасностью наших детей. Какой сигнал поступал? Кто-то посторонний на территории? Посторонний на территории. К сожалению, есть у нас такие моменты, которые связаны с проникновением учреждения образования посторонних лиц с определенной целью. И мы вовремя обнаруживали, пресекали и вызывали сотрудников милиции для того, чтобы навести там должный порядок. Это единичные случаи, может быть, один или два раза в год, но тем не менее, как в той пьесе, говорят, если ружье висит на стенке, значит, оно хотя бы один раз должно выстрелить. Если есть тревожная кнопка, значит, конечно, поэтому нужно ей пользоваться. Я хочу сказать, что у нас есть тревожные кнопки там, где это необходимо. Второй момент – это видеонаблюдение. У нас в соответствии с требованиями вопросы, связанные с безопасностью, все новые учреждения после капитального ремонта, реконструкции в обязательном порядке имеют видеосистемы. А вот те школы, которые работают в текущем режиме, разработаны в 24 школах проектная документация для видеонаблюдения. И очередной задачей – это вывод на центральный пульт Министерства внутренних дел, правоохранительных органов, для того, чтобы отслеживали все моменты, связанные
связанное с внешним и внутренним содержанием учреждения образования. Но должен вам сказать, и видеонаблюдение, тревожные кнопки, турникет, другие меры, которые принимаются в учреждениях образования, направлены на условия именно безопасности, с тем, чтобы родители были спокойны. Я отдал своего ребенка в детский садик или в школу, я должен быть спокоен, что находится в учреждении в безопасности. Меры приняты, и в любой момент можно иметь помощь со стороны, в том числе и правоохранительных органов. Поэтому требования, они будут выполняться. И, может быть, кто-то говорит о том, что, наверное, не стоит. И должен вам сказать, что мы ослабевать вопросы безопасности не будем и в этом учебном году. А по некоторым позициям будем наращивать. И, мало того, я должен сказать, что все, что касается пребывания детей, это наша ответственность педагогов, администрации. Пришел ребенок, мы должны им заниматься и обеспечить его безопасность от начала и до конца образовательного процесса. Конечно, это приоритет, потому что иногда Бог с ним, с оценкой, но здоровье, тем более жизнь. У нас есть школы, в которых установлены по 90 видеокамер, которые отслеживают абсолютно все моменты, и коридоры, и учебные классы есть, и, значит, общие площади, внешние, двор, входы там и так далее. Поэтому мы активно пользуемся, и приносит это только положительный результат. Очень радует, что наконец-то дошла очередь и до пришкольных стадионов, которые обустраивались, наверное, по остаточному принципу, кто во что горазд. Школы как себе представляли, так вы оборудовали, а теперь новая региональная программа по наведению порядка на стадионах. Какие к ним будут предъявляться отныне требования? Сегодня звучит это требование о наведении порядка на школьных стадионах, плоскостных сооружениях, спортивное направление. Оно будет усиливаться, и мы еще находимся в начале пути, потому что это разработка, но то состояние сегодня школьных стадионов, которое есть, оно уже не отвечает требованиям 21 века. Мы должны стремиться к лучшему и должны сделать все для того, чтобы улучшить ситуацию. И региональная программа должны быть в каждом районе, на уровне районной исполнительной власти, отделов образования, где четко должны записаны и учреждения образования, виды работ, финансирование, источники финансирования. И мы должны не одномоментную, не компанейщину такую вот провести, а долгосрочная система подготовки, наведения порядка на школьных стадионах. Я восхищаюсь директорами учреждений, которые вот так смогли обустроить школы, как мы это видели в сюжете. И ведь это не значит, что это три учреждения образования во всей области. Плюс-минус так сегодня выглядят все школы. И вот человеческая большая благодарность людям, которые такие таланты умеют демонстрировать, так заботятся о своем месте работы, о своем коллективе и о своих ребятах. Давайте перейдем теперь к вопросу подготовки родителями детей, потому что вопрос не менее серьезный для каждой семьи и, конечно, чуть менее затратный, но все же затратный. Так вот, мы побеседовали на улицах города Гомеля с родителями школьников. Мы легко все нашли на рынке, теперь же все доступно, все для нас, все для детей, все. В общем, нам это все легко далось. Замечательно просто. Все в городе, и базары школьные, и на рынках, и в магазинах, притом со скидкой. Просто замечательно. Выбор хороший. И сарафаны, и юбки, и блузочки, и для мальчиков. Очень хороший выбор. И обуви. Очень. Все меняется в лучшую сторону. Сейчас всего хватает, наверное. Были бы деньги. Дочка искала в Минске, все купила. Приехала, лишь бы деньги были. В течение одного дня все необходимое приобрели. Было все комфортно, все доступно. Скажите, а где покупали в основном? Не название, а рынок, магазин. Что-то на школьном базаре, что-то в магазинах, в торговых центрах. Но в течение одного дня все приобрели. Но ассортиментом вы довольны? Да, довольны вполне, абсолютно. А ты? Тебе понравилось то, что тебя мама купила? Да. Что тебе купили к Новому году учебному? Рюкзак, школьную форму и туфли. Ты в первый класс пойдешь? Да. Хочешь в школу? Да. Сейчас очень большой выбор всего, и рынки, торговые, всякие магазины, очень большой выбор детских товаров. К школе собирать детей сейчас одно удовольствие.
Вот сколько, можно сказать, потратили времени на то, чтобы найти все необходимое? Один день. Вот если так в общей сложности, один день. Это из одежды, а канцелярские товары все заранее мама готовила, поэтому много времени это не занимает. А вам понравилось то, что вам купили к школьному году? Да, конечно. Вы смотрите «Диалог». Мы сегодня обсуждаем подготовку к новому учебному году. Сергей Иванович, а вы обращали внимание на ассортимент товаров, на то, сколько это стоит, насколько это доступно семьям? Конечно, всегда в преддверии нового учебного года обращаешь внимание и на ту широкую большую работу, которая проводится торговлей в городе, это и школьные базары, которые организуются в канун, и разнообразие того делового стиля одежды школьника. И, знаете, я хочу сказать, я когда слышу вот выражение «школьная форма», я как-то немножко, наверное, отошел от этой школьной формы, а именно хотел бы слышать деловой стиль одежды наших школьников. И разнообразие я видел. Разные модели, разная цена, разные запросы, разная степень. Но, тем не менее, я хочу сказать, что требования санитарных служб, в том числе и по одежде, выполняются абсолютно всеми. Но хочется и предостеречь. Бывает и контрафактный какой-то товар, который приводится. И есть материалы, которые могут использоваться. Они красиво в одежде, но они будут неудобны, они будут антисанитарны и так далее. Поэтому отслеживаем и ученические принадлежности, и канцелярские, и так далее. Я очень доволен тем, что сегодня представлено на рынке. Да, это не 90-е, когда я ходила в школу. Я помню, что это была такая долгая и странная история подготовиться к школе, потому что нельзя было найти элементарного бумаги, картона, пластилина. Ну, не было совершенно ничего. Приходилось ездить в другой город, чуть ли не в другую страну. Есть вопросы на нашем вайбере. Давайте обратим внимание. Ребенок идет в первый класс, урок начинается в 8:15 утра. Будем приводить его к 7:30. С кем до начала урока должен находиться ребенок, если преподавателя еще нет на работе? Нет, в это время преподаватели будут уже на работе. Но хочу просто сказать и обратиться к родителям, что сегодня не будет никаких платных групп, которые моменты возникали в прошлом или ранее в учебном году. Никаких платных групп, родители должны об этом знать. Поэтому ребят будут принимать педагоги, с детьми будут заниматься педагоги до начала учебного дня. И скажу, по началу работы школы решает совместно попечительские советы и администрация школы так, как чтобы было удобно и для родителей, и для учеников. Поэтому, если сегодня приняли решение о том, что начало 8 часов, это право и попечительского совета, и администрации. Позже немножко, пожалуйста. Следующий вопрос. Нашему ребенку исполняется в сентябре 6 лет. Собираемся отдать его подготовительный класс. Скажите, когда мы пойдем в первый класс, мы вправе будем изменить школу или обязаны будем вводить ребенка в ту же школу, в которой посещали подготовительный класс? Нет, не обязаны. Можно выбрать школу либо по микрорайону, либо там, где есть свободные места, по вашему желанию. Спасибо, Сергей Иванович. Вот еще хотела о чем успеть поговорить. Помимо того, что лето – это период каникул, это период подготовки к новому учебному году, еще и период, когда педагоги и вся система образования отслеживает, в общем-то, результаты предыдущего выпуска. Как сдали ЦТ, как поступили. В прошлом году у нас были очень хорошие результаты. Мы были на первом месте среди областей Беларуси. Как в этом году прошла кампания? А в этом году еще можно прибавить два слова «очень-очень», потому что результаты нас и радуют, немножко пугают. По результатам централизованного тестирования Гомельская область обошла город Минск. Мы абсолютные победители по результатам ЦТ. Значит, у нас на сегодняшний день ниже второго места по всем учебным предметам нет. Результатом первое и второе места. Даже по китайскому языку мы вторые в республике. Вот. А основном первое и второе места по всем предметам. Ниже нет. В прошлом году были третье, первое, второе, третье, а вот в этом первое и второе. Нам остается только абсолютно быть победителями первых мест, но это нереально, наверное. Поэтому еще же очень хороший у нас результат. Ребята, Олимпиады, 101 диплом мы получили в этом году. Завоевали ребята, потому что это великий труд. Это первая позиция, и мы очень рады. Среди областей мы абсолютные победители в этом плане. Поэтому радуют нас эти прекрасные результаты. Совместный союз родителей, учеников, учителей приносят прекрасные результаты.
дай бог удержать эту планку. И помимо того, что удержать, еще и, вот, как вы сказали в начале нашей программы, успеть обратить внимание на ребят, которые, может быть, не выделяются столь яркими талантами, дарованиями, не так могут себя проявить. Это не всем дано, и это не всегда определяет будущий успех в жизни. Не всем нужно, не всем этого и хочется. Обратить внимание на всех остальных детей, чтобы в школе им было уютно, безопасно, и чтобы в дальнейшем они выбрали свою дорогу и шли по ней уверенно. Сергей Иванович, перед началом нового учебного года, что бы вы хотели пожелать педагогическому коллективу и ребятам? Я бы хотел сказать, уважаемые телезрители, дорогие мои коллеги, родители, бабушки, дедушки, все, кто задействован в образовательном процессе, в первую очередь, хорошего, прекрасного начала нового учебного года, торжественных линеек, которые пройдут 2 числа, с хорошим настроением начинать учебный год. Это залог хорошего успеха в будущем. Поэтому желаю крепкого здоровья, благополучия, успеха, удачи в новом году, взаимопонимания родителей и педагогов, послушных учеников, счастья, благополучия и успехов в новом 2019-2020 учебном году. В добрый путь, дорогие друзья! Спасибо огромное за теплые слова и за сегодняшний диалог. Спасибо. Начальник Главного управления образования Гомельского облсполкома Сергей Порушин был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи.